Дорогие учителя, дорогие родители, ребята, сегодня прекрасный день. В вашу честь даже Господь вот такую погоду нам дал. Холодно вчера было, дожди были, а сегодня солнце, тепло, хорошо. И вот в этот праздничный день сегодня мы пришли вас всех поздравить. Праздник последнего звонка в Михайловской средней общеобразовательной школе номер 1 прошел в стиле космос. Выпускники, пока еще сопровождаемые классными руководителями и первыми учителями, сделали свой первый шаг в открытый космос взрослой жизни. 3 пилотируемых корабля с бортовыми номерами 11, 9А, 9Б отправились в полет по маршруту «Последний звонок. Экзамены. Открытый космос». Из 11 класса выпускается в этом году 28 человек. Их классные руководители Светлана Викторовна Юдина, Ольга Анатольевна Максаева и Ираида Михайловна Шишова. Первые учителя Вера Евгеньевна Жарикова, Лидия Сергеевна Кочеткова и Наталья Владимировна Синицына. Насколько жалко, конечно, отпускать эти замечательные экипажи в открытый космос. Ну, девочки, девушки действительно просто красавицы, юноши, настоящие мужчины, защитники. Поздравляю вас с этим днем. Дорогие ребята, ну, сегодня звучит последний звонок. Вот эти годы, которые прошли в этих стенах, конечно, они со слезами на глазах, можно так сказать. И, наверное, не время сейчас загадывать, кем вы будете через 5, 10, 20 лет. Порой жизнь приносит самые неожиданные сюрпризы. Но уж точно надо сейчас настраиваться на достаточно трудную такую серьезную работу. Ну, по крайней мере, чтобы все те ваши светлые мечты и надежды сбылись в самое ближайшее время. Не бойтесь ставить самые смелые задачи и обязательно необходимо их достигать. С праздником! Счастливого пути в открытый космос! Напутствовали и поздравляли выпускников почетные гости. Заместитель председателя Рязанской областной думы Дмитрий Анатольевич Хубезов, депутат Рязанской областной думы Владимир Карпович Сидоров и глава администрации Михайловского района Евгений Владимирович Сидоров. Мне всегда очень приятно возвращаться в свой альма-матер, где я 11 лет жизни самой интересной, самой яркой провел. Также я понимаю ваши чувства. Впереди экзамены, а это большие волнения. Но вы все эти 11 лет готовились, и вас готовили наши прекрасные учителя. Родители плечом к плечу все это время были с вами. Поэтому я больше чем уверен, каждый из вас получит достойный балл для того, чтобы идти дальше смело и широкой дорогой в будущее. Самое хорошее и прекрасное впереди. Сдадите экзамены, бал будет хороший. Прощание со школой трогательное. Но это все впереди. Сейчас большая работа и большой труд. Поэтому, ребят, я думаю, что все будет хорошо. Я поздравляю вас с окончанием школы. Желаю хороших оценок, побед. Но и, конечно же, вы каждый запланировали пойти дальше, поступить в высшие учреждения. Кто-то планирует защищать рубежи нашей Родины. Дай Бог, чтобы у вас все получилось. А учителям я хочу сказать, дорогие мои, спасибо за то, что вы из года в год делаете для нас. Частичку своей души каждый день дарите вот этим прекрасным ребятам, дарите всем нам, уже второму и третьему поколению, кто учился в этой школе, и у многих из вас. Это огромный труд, это призвание большое, огромное спасибо. Ну и родителям, пусть ваши дети радуют вас на протяжении всей вашей долгой жизни. Здоровья, добра и удачи. И не забывайте, вы живете в лучшем районе Рязанской области. И мы не должны ни своими поступками, оценками и дальнейшей жизнью посрамить свою родную землю. Я думаю, вы ее будете только прославлять. Спасибо, с праздником, дорогие мои, и удачи!
Среди выпускников призеры победители муниципального регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, активные участники призеры победители конкурсов проектов, спортивных соревнований, победитель муниципального конкурса «Лидер 21 века», призеры межрайонного музыкального фестиваля команд КВН «Юниор Лиги», активисты РДШ. Они были отмечены региональными и муниципальными наградами. Мы тем, кто остался, желаем удачи, побольше пятерок всегда получать. Забыть мы не сможем родимую школу, и будем мы часто ее вспоминать. Сегодня для вас прозвенит последний звонок. Звонок между детством и взрослой жизнью. От первого школьного звонка до последнего звонка прошло 11 школьных лет. А я вспоминаю 1 сентября 2010 года, когда вы маленькими девочками и мальчиками робко переступили порог нашей родной школы. И мы вместе с вами стали подниматься по трудным ступенькам знаний и учились читать, писать, считать, решать задачи, уважать взрослых, любить свою родину и жить по правилам школьного дома. И, ребят, я надеюсь, умения и знания, которые вам дала началка, начальная школа, пригодятся вам и в будущем, в вашей взрослой жизни. Ну а в моем сердце, сердце первого учителя, вы останетесь самыми маленькими, самыми красивыми, самыми умными, самыми славными, самыми милыми малышами. Все у вас будет в жизни здорово. Ну а сегодня, как сказал Вадим Карпович, похода для вас, чтобы день для вас прошел хороший, интересный, веселый, незабываемый. Ну а дальше к экзаменам. Поэтому в добрый час и в добрый от чистого сердца хотим сказать вам большое спасибо за терпение, за труд, за то, что нашли в каждом ребенке талант. Мы искренне желаем вам здоровья, крепких сил и замечательного настроения. Спасибо, спасибо вам за все. Девятый класс А в этом году заканчивает 20 человек, а 9 Б – 17. Классные руководители Алла Порфирьевна Логинова и Ольга Викторовна Устинова. По традиции, 11-классники передали право старшинства 10-классникам. Теперь они займут их место в школе. Передача школьного пространства. Ваши руки готовы? А чтобы вы стали полноценными хозяевами школы, мы торжественно вручаем вам эту школьную сокровищницу, в которой хранятся наши воспоминания и пожелания всей школе. Ну а гвоздем праздничной программы стал танец родителей. Почетное право дать последний звонок предоставили выпускникам школы Карине Журавлевой и Дмитрию Бабаеву, а также ученикам первого класса Ирине Колобовой и Ярославу Доценко. Дорогие выпускники, мечтайте, творите и всегда идите вперед. Получайте знания и возвращайтесь в родной край. Михайловской земле необходимы новые перспективные специалисты. Ваши таланты, силы, активная жизненная позиция нужны именно здесь. От этого зависит будущее нашего района, его дальнейшее развитие, открытие
и свершения. Наталья Быстракова, Александр Каратаев, Евгений Быстраков специально для Михайлов ТВ.